Assalamu alaikum. Nasılsınız? Sizin boyunuz neçinci? 10-cu boy. 10-cu boy. Nə demə biləsiz? Boyu da yutasmıyor mu? Öz haqqınızı açsanız bir özünə düşündürüb ötsəniz. Kimdir siz tanıyırdı, kimdir tanımayırdı? Mənim ismim Maksim. Ancondan. Ancondan? Bitirdə köp 10 ildə belə bitirilir ama. Müstifat kanalı. Onunla ben oysam da uçuş yürürüm. Bu neçinci boyuz? Bu profesyonel ikinci boyuz. İkinci boyuz. Поясение могло представляет спортивный клуб Smart Fight. Ему 26 лет, его рост 168 сантиметров. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений. Его соперник Надир Раджабов, клуб Action Force. Встречайте! Боец в красном углу представляет клуб Action Force. Ему 26 лет, его рост 183 сантиметра. КМС по тайскому боксу. Обладатель пояса «Битва сильнейших 2». Сегодня, как говорит спортсмен, он пришел завоевать пояс Лиги боевого самбо. Его профессиональный рекорд – одна победа, ноль поражений. Надир Раджабов. Я хочу напомнить всем, что бой состоится за пояс Лиги боевого самбо. Вас ожидает 2 раунда по 5 минут с возможностью экстра раунда. Итак, слово нашему судье в ринге Олег Кучеренко. Внимание на слышу моей команды. Команды бой, стоп, команда замер. Затылок, позвоночный стоп, не работаем. Локтями, коленями, ногами в голову работаем. Только в стойке, в партере только руками. Канаты не цепляем. Пожали руки, полглав. Пожали руки. Неплохое начало. Лучше побуду я по ту сторону канатов. Президент Лиги боевого самбо.
традиции я все-таки объявлю победителя. Прошу вас, бойцы. В первом раунде на первой минуте 16 секунде победу нокаутом одержал Максим, с помощью своей победы ты становишься чемпионом Лиги боевого самбо и получаешь чемпионский пояс по самбо смерти. Весовая категория до 74 килограммов. Максим Колташев. Если честно, я признаюсь, наверное, первый раз объявляю человек, который получает чемпионский пояс. Но ты, наверное, не первый раз получаешь чемпионский пояс, да? Не первый? Первый раз! Давайте поддержим Максима с этим событием, долгожданным событием. А, Максим, ну тут без слов, я хотел бы просто предоставить, ну, моих слов. А тебе с глубоким уважением я предоставляю слова. Я видел, как ты настраивался на бой. Мне очень нравится всегда твое отношение к соперникам, к твоим болельщикам. Держись, победы тебе. Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить Ахану Сафи. Брат, спасибо тебе большое. Этот человек много чего делает для меня. Отправляет на сборы, помогает спортивным питанием. Значит, мы Татьяев. Класс, брат, Бек Исаков, каждый день рядом со мной. Спасибо большое. Это их не круг. Это не мой, а их не круг. Они каждый день, если не верить, значит, мы хозяин сонят каждый день утром, вызывают, давай вставай на тренировку. Вот, от души, брат, спасибо тебе большое. И хочу поблагодарить своего старшего тренера, вот, он сейчас в данный момент в Узбекистане. Вот, Джохангир Агаев, спасибо вам большое. Вот, и еще один человек мне помог в этом. Ислам Каримов. Он старший тренер Игорь СММ, в Москве тренирует. Вот. Этот человек поднял мне выносливость, руки поставил. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Максим, спасибо тебе. Тебе еще раз поздравляю тебя с победой, твою команду. Да, спасибо. Хотел, кстати, мы видели твой бой. Ты большой молодец, согласись, ты, наверное, тоже смотрел этот бой. И тем более, да, ты был, Файзол, я считаю, что, ну и многие считают, что, конечно, ты одержал победу, ты большой молодец, потрясающая техника, ты вырос по сравнению с предыдущими боями. Дай бог тебе всего, всего, чего ты захочешь в этом мире. А самое главное, здоровье. Пусть травмы не беспокоят больше. Бег. Да, бег. Спасибо тебе, да. Да, давайте быстренько фотография с Александром Сергеевичем, президентом Северо-Западной Лиги боевого самбо. Давай бег тоже, все. Так. Два боя у нас остается. Какие красочных, зрелищных. Как и все наши бои. Да я потом с ними сфотографируюсь. Спасибо, Макс, еще раз победой! Один, 11...